наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Ты здесь, пойду гляну. Так что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Я тут говорил, Нейт, пора переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, но я люблю говорить с клиентами лично. Так надежнее. Здесь смотреть не на что. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Каковы шансы попасть под извержение? С нашей-то удачей. Нулевые. Ну, потом. А ты, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где все эти прокаты, где что вы мне дали? Салют, не могу поверить, ты искал? В интернете? Что же одному тебе бы все знать? Я скоро... Эй! Извини, хочу кое-что проверить. Ладно, Сэри, я слушаю. Хорошо. Так вот. Не все же одному тебе быть всезнающим. Тут подушки есть? Или парашюты? Мост выглядит как-то ненадежно. Вот это вариант. Ну, моя ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Так, Нейт, только бы не свалиться. Помедленнее. Держись посередине. Да, я понял. Советчику будет. Нормально. Все в порядке. Вверх. Мы тут застряли. Подложи что-то. Знаю. Извините. Кажется, я разобрался. Вот так. Ха-ха! Господи, моя спина!
дышит. Кто-то здесь был. Эй, посмотрите на холм. Там какая-то башня. Это радует. Виктор, твой брат настаивал на внедорожнике суда. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Держитесь. Пристегнитесь. Парашюты! Эй, давай помедленнее. Да. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает? Ради сохранности. Мы преследовали англичан. Да, Эври помог им исчезнуть. Он уж точно умел прятаться. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Планы на лебедку. Вот так. В самый раз. Похоже, было весело. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй. Поехали.
Спокойно. Спокойно. Ха-ха! Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один ход. Пока на себя не окупили. Ну, пока нет. Вызвали его успех. Я буду радоваться большим. Сейчас отсоединю лебедку и поедем. Богатые, преуспевающие пираты бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет. Они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Эй, знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Но все равно это очень долго. Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Вроде все. Зараза. Рейф и Надин пригнали сюда целый табун. Не сможет отыскать сокровища с такой-то толпой. Ugh.
Господи, инфраструктура у этих таранов ни к черту. И как выбираться? Штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Салли, как хорошо ты знаешь Настю. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что... Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, ты прав. Эй, Сэм, хочу тебя спросить, чем ты занимался в тюрьме? Ну, знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. Что читал? А, может, в этой старой развалине посмотреть? О, черт. Слишком высоко. А машина на что? Просто спрашиваю. Салли, о чем ты говорил? Да, ну вот, что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Эвери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. Еще много думал. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Пытался. Просил его отправить тебе письмо. До востребования. Я его не получил. Потому что начальник просил. Да, я круто спалился. Того охранника уже больше не видел.
Господи. Видать, наемники что-то нашли. Не спешат. Ладно. Сэм, про что ты там говорил? Точно. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Элькаса. Все вышло не так, как он ожидал. Ты что, теперь фотограф? Вот, фоткай меня. Хватит уже. Рейв меня попросил. Каждый участок нужно документировать перед взрывом. Он что нам, не доверяет? Отвали уже и дай работать спокойно. Кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Акасахом. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских проектов. Ему нравились шахматы и все такое прочее. Акасар был посредником. Как вот, посмотрите-ка. Что это? Наверное, видно весь Кингсбэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Ha!
Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. Смотри. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Пристегнитесь! Холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Подъемный мост средневековье. Ну, такой мост не пускает к тебе незваных гостей. И защищает сокровища. Один один здесь уже были. Кто нашел, тот взял. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать. Ah!
осторожен. Эй, парни! За мостом стоит огромная башня! Высоченная! Я наверху. Осторожно. Есть. Сэм, срочно это сразу. Эй, Дэй, ты живой? Вполне. Живой? Да. Справишься? Ну, до скорого. Отдыхайте, я справлюсь. Ой, ну ладно. Ручка там одна. Thank you.
запустим мост. Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а? Столько денег, а вот что ему стоило сделать перелом? Попробовать так. Пойду осмотрю. Ты должен, Агаса. Половину. Половину чего? Ну, он знает только про Ганки Савай. То есть 400 миллионов. Да, но если раз, то еще больше. Сказал бы ему 200. Твой партнер не должен. Ну, что он станет моим партнером. Да. Найдем клад, заплатим этому психу и все равно разбогатеем. Поверьте. Все готово. Поехали! Без паники! Без паники! Наш, и же если на небеси да светится имя твое, да приедет царствие твое. Бережно. Весело было, да? Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. У тебя есть мозгоправ? Нет, но теперь явно будет. Ой, да ладно изображать. Все было под контролем. Давайте искать вход. Вперед за сокровищами. Сэм, поможешь мне? Ага. Посмотрим, что тут.
Похоже, тут что-то есть. Сэм. Ага. Давай. Черт, тут кирпичи. Так, осмотримся. Берегись! Я же сказал, берегись. Поставил на карту все. Великолепно. Но сокровищ не видно. Эй, парни! Идем! Посмотри. А, святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью... Это Адам Болдридж, Джозеф Фарро, Ричард Вонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй. Когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмен. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь... Башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Вас.
Ах ты. Это все? Надеюсь, да. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Черт. Ты смотри. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки. Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно, я бегу к этой, а вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нейт, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. Надо спешить. Пошли. Да.